Всем привет, с вами мистер Никита. Сегодня мы поиграем в Майнкрафт без границ. И я скачал новые моды, сейчас вам покажу. Они тут вот такие. Давайте вот один такой покажу. Что это? Ой. Немного, но пытались. Ну, зафиг еще и побей. Так, полдень. Дальше, что еще? Давайте используем... Ну, тут какие-то. И я хотел глянуть, что это за зельки. Их не кидаешь. Сейчас мы возьмем обычное яйцо. Сейчас только узнаю, где. И гляну, как с зельками можно взаимодействовать или нет. Ой. Вот как. Офигеть. Боже. Офигеть. Короче, вот создаем мутанта. Оп. Так, давайте, пожалуй. О. Интересно, как он закрывает. Вот эту. Тут бежит. Подожди, сейчас. Что видел? Оп. Ку-ку. Ба. Как? Я думаю, будет как-то посильнее взрыв. Ну, мутантов можно создавать. А, я не выживаю, не пишу. Так. Давайте глянем, что тут еще можно. Каких мутантов мы создадим? Давайте вот тут глянем. Крипер. Ну, мутантов можно создавать. Там. Всё. Ну-ка, это. Это, я думаю, надо как его. Так, это вот это сюда.
Да, сейчас поднем. На, вот яйца где. Давайте как раз гляну. Ладно, лучше не буду гадать. А, ну лучше тогда создам. Так, мне нужны же другие. Ну что? Лучше поищу. Так. У нас видео будет посвящено, как я на креативе что-то буду делать. Я не выживать не буду. Но будет называться Майнкрафт без границ. Вот тут я вспомнил. Вот взяли. Вау. Ладно. Давайте тогда и вырастим. Или найду я ее. Давайте я просто найду, когда ее. Все, я нашел. Ой, я долго выпускал. Смотрим. А ну подожди. Как это против тебя использовать? Это, видимо, когда не начал ты. Ну, подожди. Ой. Нет. Ну-ка, двоечку. Пошутим. Чем? Реально себя нельзя такой зевку использовать. Кто там убил? А давайте бой потом. Я... Ну как, кто круче? Давайте вот такого возьмем. Жмич. Вау. Где Глем? Вот Глем. Глем. Угу, ем на голема зомби. Только возьмем зомби. Ну-ка, давайте-ка я еще раз создам.
возьму тыкву. Так, вот тыква. Файтинг. Ну-ка, сейчас. Где оно? Что вам было видно? Эпик. Крипер, ты тоже давай. Ну, мне крипер нравится, как он ходит, особенно ходит. Ладно. Ну-ка, а я пока... Ну-ка, давайте-ка. Конечно, победит голем. Да, голем. Скелета два счета. Подожди ты. Умный ты. Как ты выглядишь? Конечно, недоработки есть, но это прикольно вообще. Не успел. А, не, он стреляет. Ну-ка, ну. Давайте возьми опять дом. Да, восстановились. Всё, давай. Офигеть. Давай двоих создам. Ладно, на этом заканчиваем. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.